Исследовать более 1000 квадратных метров земли меньше, чем за 2 месяца. В Покачах начался сезон археологических раскопок. Впрочем, внушительный фронт работ никого не пугает. Здесь все добровольцы. Самому юному – 7 лет. Сначала исследователи восстанавливают картину быта людей, которые жили здесь 7000 лет назад. Для этого землю на месте раскопок снимают тонким слоем. Ведь ни одна, даже самая маленькая находка не должна оказаться в отвалах грунта. Так, в прошлом году на территории памятника Нёх-Урия обнаружили более 1000 экспонатов. В этом пока только 7. Это частицы древних сосудов и лезвия ножа. Все из керамики. Отмечу, что все находки передадут в Ханты-Мансийский музей природы и человека. Редкая находка. Ну вот это шлифованный каменный нож. Да, вот он имеет режущий край. Вот тут видно, что им пользовались. Вот выкрашены здесь чешуйки. Ну вот как керамическими ножами сейчас же пользуются. Да, и вот тоже там хорошо поезженный керамический нож имеет точно такие же следы, как вот данные.